Накануне председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов совместно с генеральным директором корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борисом Обносовым и руководителем завода «Дагдитель» Александром Зверевым провели осмотр производственных линий предприятия. В производственных цехах премьер-министр пообщался с работниками завода, которые рассказали ему о некоторых проблемах, а в частности о низких зарплатах. Да, действительно говорите. Ну, Аллах же знает, когда ушла Аллах. 22. Я сварщик. Далее состоялось совещание со всем коллективом предприятия, на котором обсудили вопросы развития завода. Открывая встречу, премьер-министр отметил значимость «Дагдизеля» в годы Великой Отечественной войны, а также его роль в сегодняшних реалиях. В настоящее время «Дагдизель» – это одно из ведущих промышленных предприятий республики, которое вносит большой вклад в социально-экономическое развитие Дагестана и города Каспийска. Кроме того, завод имеет важное стратегическое значение – для страны. Здесь располагается военно-морская база Каспийской флотилии военно-морского флота Российской Федерации. Также Абдулмуслимов напомнил присутствующим, что на заводе трудились и трудятся не одно поколение многих семейных династий. Каспичане бережно чтят трудовые традиции и достижения своих предков. В 2022 году президент России Владимир Путин присвоил Каспийску почетное звание «Город трудовой доблести». Глава Кабмина также подчеркнул, что сегодня завод испытывает ряд трудностей, связанных с загрузкой производственных мощностей, кадровым обеспечением и многое другое. В целях увеличения загрузки предприятия главой Республики Дагестан Сергеем Алимовичем Меликовым неоднократно направлялись обращения в адрес министра обороны Российской Федерации Сергея Кожугетовича Шойгу о возможности увеличения заказа на профильные изделия. Также в целях решения вопроса, связанного с повышением заработной платы, уважаемые коллеги, друзья, главы республики направлено письмо в адрес заместителя председателя правительства Российской Федерации, министра промышленности и торговли Российской Федерации Мантурова Дениса Валентиновича с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений приказ Минпромторга России. Правительством Дагестана оказываются возможные финансовые меры поддержки. В текущем году заводу была предоставлена субсидия в размере 20 миллионов рублей на возмещение затрат, направленных на приобретение нового оборудования. Борис Обносов выразил благодарность Абдулмуслимову за оказываемое руководством республики внимание и озвучил планы по наращиванию объемов выручки на 2024 год за счет расширения числа заказов. В свою очередь премьер-министр определил совместно с руководством предприятия направление дальнейшего взаимодействия.